В моем городе мне стало невыносимо тесно. И сегодня какая-то девушка заняла мое место. Я стояла в растерянности и не могла сказать ни слова, хотя, если честно, я давно была к этому готова. В моем городе как будто резко включили осень. Вроде еще тепло и сухо, но ночь начинается в 8. Хочется супа, чая, теплого свитера, куртки. Хочется долго бродить, укутываться в переулке. На заднем сиденье такси уставится в неподвижное стекло. В моем городе мне стало как-то невыносимо тяжело. Да еще эта девушка сегодня заняла мое единственное место. Я осталась за кадром, потому что в этом кадре мне тесно. Мой город стал мал мне. Износился, вышел из моды. Перестал радовать даже утешительными прогнозами погоды. Перестал радовать людьми. Точнее, перестали радовать люди. Я точно знаю, что в этом городе больше ничего не будет. Вокруг меня больше нет моего города. А меня больше нет в нем. Я выхожу искать свое новое место. Сегодня днем. Я заберу только пару сотен любимых книг и камни с огромными дырками. Мой рюкзак уже к ним привык. Я выйду на самый его крайний край, как будто там рай. И без всякого сожаления брошу ему короткое «Прощай». И обернется только та девушка, которая заняла мое единственное место. Обернется только по одной причине, потому что ей интересно. Куда уходит? По каким маршрутам испаряются малознакомые люди, с которыми так или иначе никогда ничего не будет?